Так. Ладно, едем дальше. Тут только дизель. Только солярка. Это 1 километр, ё-моё, чё-то я. Всё правильно. Так-то будет 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6
проблем, помочь им? Да все нормально, он ремни затягивает. А, заправка далеко, нет? Не знаю. Заправка ближайшая только в Сосуване. Это где-то километров 250. А вот это АРС какая-то. Что? Я вот смотрю на карте MapMe на навигаторе. Вот он показывает. Что показывает? Заправку. Это где? 40 с чем-то километров. Или 37 уже. Это Сосуман. Но это далеко, это 140 километров где-то. Мне показывает 40? Да, бред какой-то, нет. Тут заправка только в Сосумане. Да. Да. Это сколько до нее? 200 километров? Ну, сейчас до Мяунджи где-то километров 60. И после Мяунджи 76. Мяунджи это что, поселок или? Да, поселок, там нет заправок. 140 километров где-то. Ну ладно, спасибо. Счастливо. Вообще. Вы что, путешествуете что ли? Да, на пенсии. Шкода? Да. Хорошая машина. Да.
кажется, 6 километров как раз до этого.
буду искать ближайшую парковку. Стоп.